За последний год в Чите построено около 300 тысяч квадратных метров жилья. Спрос на недвижимость в городе постоянно растет, в том числе и благодаря ипотечному кредитованию. Тему продолжит Александр Носиков. В данный момент стоимость одного квадратного метра жилья в Чите колеблется от 30 до 45 тысяч рублей. Это выше, чем в соседнем Благовещенске и Улан-Удэ. Черновой вариант однокомнатной квартиры в новостройке обойдется примерно в 1 миллион 300 тысяч рублей. Для молодой семьи эта сумма практически неподъемная, поэтому читинцы все чаще обращаются в банки за ипотечным кредитом. Средняя ставка по ним составляет 14% годовых. Хотелось бы, чтобы как-то снизились проценты, чтобы условия получения этой ипотеки были более мягкими. Если вы поднимете статистику банков, они выдали процентов на 20 больше сегодня ипотечных кредитов, чем в докризисный период. Это же о многом говорит. Вместе с ипотечным кредитованием в крае действует программа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также жилья для ветеранов. По данным Чита граждан проекта, почти все жилье, строящееся сегодня в Чите, быстро находит своего покупателя. По прогнозам специалистов, многоэтажное строительство в ближайшие годы в Чите останется приоритетным. За счет увеличения объемов возводимых площадей стоимость квадратного метра, скорее всего, снизится. И, соответственно, ипотечных кредитов будет выдано, скорее всего, еще больше.